самого утра понедельника на дороге Самары возвращаются все больше машин и автобусов. Ряд системообразующих предприятий возобновляет свою работу, и сотрудники возвращаются на свои рабочие места. Общественный транспорт не прекращал работать, однако количество автобусов и трамваев сократили. Но с сегодняшнего дня на самарских дорогах их стало больше практически в два раза. Сергей Авдеев за рулем автобуса уже 3 года. Говорит, в последние дни пассажиров немного. Ну, раньше, вот, когда до коронавируса было, прилично так нормально ездили. То есть разницу вы видите? Да, сейчас поменьше. Утром, в основном все утром, когда вот ездишь такие, так сказать, рабочие места, где нельзя прекращать работать, нужно постоянно там магазины. Перед каждым рейсом в салонах проводят дезинфекцию. Пассажиров просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Не видел, честно. Сейчас очень маленький поток пассажиров. Но просто, что было ранее, конечно, когда автобусы ходили забитые все, прям очень поток был большой пассажиров. Сейчас, конечно, гораздо меньше. С этой недели пассажиропоток увеличится на 18 тысяч человек, ожидают эксперты. Чтобы самарцы и дальше смогли соблюдать нужную дистанцию, на линию выпустили дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Сегодня на городские линии вышел почти весь общественный транспорт. Работает 1014 единиц. Утренний наш мониторинг показал, что на сегодняшний день вот в тех условиях пассажиропотока транспорт и ритмичность транспорта справляется с тем количеством пассажиров, в том числе и с учетом соблюдения санитарных норм внутри транспортных средств. Интервал движения составляет не больше 15 минут. Самарцы успели заметить, как изменилась дорожная обстановка. Я сидела дома долго, но сейчас вышла на улицу, и мне кажется, что транспорта меньше не стало. С транспортом нет проблем. Транспорт ходит хорошо. Каждый день специалисты будут проверять количество пассажиров и то, как общественный транспорт справляется. Мария Левина, Николай Сидоров, Константин Головин. События.